Всем здорово! И сегодня 3 октября наступил тот день, когда очередной суд, где меня будут лишать родительских прав. Я уже бегал по всем инстанциям, так сказать. Был и в садике. По просьбе опекунского совета брал там для себя характеристику, что я не алкоголик и участвовал в воспитании сына. Приводил сына в школу, в садик. Делал поделки. И все такое. На меня писали характеристику положительную, естественно, потому что это все было. Потом был опекунский совет, где 10 человек меня обсуждали. Смотрели на мои все бумажки, которые я принес. Доказательства, что я воспитывал сына. Видео все с садика, с всяких утренников. И фотографии до того, как он уехал в Россию. Смотрите видео в предыдущем моем влоге. И опекунский совет, естественно, посовещавшись, 10 человек, вынесли, что я, мне нецелесообразно лишать родительских прав. Теперь утро, суд. Идем на суд. Мне было очень трудно найти фотографии, где я вместе с сыном, так как моя бывшая жена забрала все архивы фотографий. Я еле нашел на цифровых носителях своих кое-какие фотографии, которые доказывают, что я был с сыном. Я уже успел побывать на почте, отправить денежный перевод, алименты. Сейчас иду в администрацию, в опекунский совет, чтобы забрать выснулок и сразу в зал суда. Забыл опекунский совет отправить почтой. Позвонили, сказали, придите, заберите. Бежим. Подошли уже к администрации. Была Ленинская. После декоммунизации стала Днепровская. Нам на последний этаж. 500-е кабинеты. Еле зашел в администрацию. Раньше работала с 8 часов. Приехал я в 8.20. А они... поменяли расписание в администрации, начали пускать только с 9. Я пошел с черного хода, где заходят служащие, начал ругаться с охранником, но тут хорошо подоспел человек, который работает в этой службе, и вместе с ним меня пропустили, забрал. Сейчас иду в порт бывшего Ленина, где находится этот суд, буду ждать рока суда. Пользуясь случаем, передаю сыну привет. Сына, я тебя очень люблю. Вон та дверь нашего суда. Вышел я из зала суда. Суд закончился очень быстро, в течение 5 минут. Все потому, что бывшая жена, а также ее адвокат не явились на суд. Заранее известил судью, что их не будет, в связи с тем, что представитель, то есть ее адвокат, занят в другом деле каком-то и не может присутствовать на суде. Скорее всего, что они поняли, что они в проигрыше и решили просто оттянуть время. То есть каким-то образом наказать меня, чтобы я еще раз пришел на еще одно заседание. И они на то это следующее заседание тоже не придут. Вот такие дела у нас. Все это время я до сих пор не знаю, тут ли находится в Запорожье мой сын. И тут ли она в Запорожье тоже. Потому что никаких звонков и извещений мне с ее стороны нету. Так бы я хоть видел своего сына. Как бы подытожив это видео, потому что, скорее всего, что мои все ролики, не скорее всего, а так, наверное, и есть, что все мои ролики смотрит моя бывшая жена. И хочется ей передать. И ее маме несколько слов. Хочу сказать, что я этим людям сделал плохого. После нашего развода. Ничего.
Я дал разрешение несколько раз на выезд, на длительный срок на выезд. Не упорствовал, ничего. До 18 лет, пожалуйста, выезжайте. Сразу дал. При разводе. Я палки колеса ставил? Нет, пожалуйста, полюбила другого. Ну и флаг в руки, разводись. Хотя, это не я ушел первый из семьи, она ушла. Она мне изменила. Она начала ныкаться по тещиной квартире. Думаешь, я не знаю этого? Я это все знаю. Я что-то сказал? Ничего не сказал. Я даже твоему теперешнему мужу подавал руку и здоровался с ним, как с другом каким-то. Я ему и ничего плохого и не сделал. Почему вы мне не даете жить? Знаете, каково жить, когда ты, сын твой далеко от тебя живет, в другой стране. Ты его видеть не можешь физически. Тебе не дают с ним общаться. Хотя бы по какому-то интернету, по скайпу, по телефону. Не дают общаться, запрещают. И еще обвиняют в том, что это я не хочу с ним общаться. Я его не хочу воспитывать. Так вы же сами запрещаете. Пару слов тёще. Ты верующий человек. Думаешь, все это, что ты на меня наговариваешь вместе с ней, пошла помолилась и все нормально? Ну, думай. И в конце, почему я снял это видео? Рано или поздно это видео видит мой сын. Когда ему будет, я не знаю, сколько лет, 12, 15, 18 лет, 20, 30 лет. Он поймет, с кем он жил, как это все случилось, почему он не с папой, почему его заставляют называть того мужчину папой, заставляют. Я живу с другой девушкой, у нее дочка. Я не заставляю ее называть себя папой. Как хочет, так и называет. Должны быть как-то учитывать интересы моего сына. И как он хочет называть его, пусть так и называет его. То ли это будет папа с его интересов называть папой, то ли он будет называть его дядя по имени. Не надо его так. Спасибо, что посмотрели мой ролик. Это отступление от других. Не очень-то интересное получается. Но это мои мысли, моя история сына. Привет еще раз. И всем пока. И добавлю в конце видео. Это видео никакой угрозы моей бывшей теще и моей бывшей жене не несет. Это просто мысли вслух.